Видео, да? Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. В общем, у вас на горизонте должен быть сейчас остров Диа, получается, возле Пиксимари. Это остров Крит, мы на нем сейчас. Регион Малия, Малия, как хотите. С греческого переводится волос. В общем, хотелось показать вам кое-что интересное. В общем, сейчас май месяц, сегодня 10-е. Сегодня 12 мая. Боже мой, уже 12 мая. Вода наитеплейшая. С большим удовольствием купаемся. Загорать тоже очень комфортно. Солнце не жжет. Но ролик мы хотим посвятить немножко другому. Немножко водной информации, потому что было понятно, что это такое. Ребят, ну, у меня вопрос. Кто сталкивался с такой херней? Я по-другому, эту хрень, это чужие, это с другой планеты существа. Вообще непонятно, что это такое. Кто эти твари? Как это вообще здесь оказалось? Я не знаю, ну посмотрите, как цветок раскрывается. Ну, очень красное. То есть, наверняка напоминает обитателям, по-моему, ядовитое или что-то еще. И она не одна. Получается, вот уже как минимум две мы показали. Еще идем дальше и видим еще несколько. И вот вопрос, что это за хрень такая? Причем одна из них, ну, немножко на поверхности. Что это такое? Вот, давай вот сейчас солнце хорошо падает вот на эту. Они очень покажи, так покрупнее. Ну вот это вот шикарно, сейчас видно и отлично. Подойди, пожалуйста, и засними нашим зрителям, потому что непонятно, что это такое. Кто знает, пожалуйста, прокомментируйте. Ну прям цветок, ну очевидно, что не растение. Это живая тварь. Это чужие. Страшно. Мне страшно. Спасибо, ждем ваших комментариев под видео.